Майор номер один в Европе. Удивительное приспособление экстра-класса, облегчающее быт, совмещает в себе функции чайника и термоса. Обновленный дизайн, компактный, современный, уникальный. Большой объем, стабильность, элегантность, очень легок в эксплуатации. Благодаря корпусу и внутренней емкости из нержавеющей стали, «Майор» легко мыть. Поддерживает заданную температуру в течение нескольких часов. Экономит пространство, время и электроэнергию. Безопасен, им невозможно обжечься. Объем 4,6 литра. Три способа подачи воды. Поворот на 360 градусов, резервуар для воды с подсветкой, защита от перегрева без воды. Постоянное наличие кипятка позволяет быстро заваривать чай или кофе, подогреть детское питание или быстро приготовить обед. «Майор» номер один в Европе. Дорогие друзья, мы вместе с вами празднуем 9-летие экспресс-шопа, а в связи с этим у нас сегодня специальный подарок. Специальная праздничная сниженная цена на термопод «Майор». И сегодня мы с Сашей представим его в нашей студии. Но это не единственный подарок, а какой подарок вы еще получите, узнаете во время нашей презентации. Что ж, нам 9 лет, это действительно отличный подарок нам и нашим телезрителям. И по этому поводу я хотел бы пригласить тебя на чаепитие. Ни один день рождения не обходится без такого вот обширного, красивого чаепития. А пригласим не только меня, но и наших телезрителей, потому что сегодня горячей воды у нас очень много. Сегодня мы представим всеми уже давно известный термос-чайник 2 в 1 «Майор». Поэтому давай сразу приступим и начнем демонстрировать, на что он способен и насколько хватит нам сегодня воды в этой студии. Давай, Саш, вы видите его на ваших телеэкранах, у нас их сегодня два, потому что мы будем использовать воду в 98 градусов и в моем термопоте вода 60 градусов. Все это вы можете настроить в вашем термопоте и, соответственно, подача воды будет именно с такой температурой. Что ж, сразу хотел бы заметить, что у нас есть система защиты. Здесь имеется кнопочка на передней панели. Одним нажатием выключаем ее, вы видите, что загорается зеленая лампочка. Таким образом включается система подачи воды. Это один из способов подачи воды, их у нас всего три, и все остальные способы вам Саша, конечно же, покажет. На мой взгляд, это самый удобный способ подачи воды. Но если, например, у вас полные руки, вы держите там одну чашку, другую, то, соответственно, есть у нас еще другой, который мы сейчас вам и продемонстрируем. Лена, в моем чайнике температура воды 98 градусов, а ты знаешь, что горячий чай нужно заваривать именно при этой, черный чай именно при этой температуре. А я заварю в своем термопоте зеленый чай и покажу вам следующий способ подачи воды. Зеленый чай заваривается при температуре 60 градусов, поэтому в данном случае в моих настройках стоит 60 градусов. Я снимаю блокировку нажатием на ту же кнопочку. И посмотрите, внизу у нас есть рычажок, нажимая на который чашкой вы можете подавать воду. И, соответственно, когда вы отпускаете, вода перестает идти. Тоже очень удобно, например, если у вас полные руки чего-нибудь. Лен, но это еще не все. Я тоже хотел бы сразу снять блокировку, которая на нашей передней панели. И у нас еще есть третья подача. Это очень удобно, если вы используете чайник как термос. У нас с тобой есть вот такая вот большая кнопка посередине. Ее можно использовать как помпу. И вы как знаете, в обычном термосе. Действительно, это очень удобно, потому что в отличие от первых двух способов, этот способ механической помпы работает даже, когда ваш термопод не подключен к сети. То есть в данном случае вы можете использовать его как термос. То есть вы можете взять его в сад с собой, где нет электропитания. Вы можете взять с собой его на дачу. Вы можете взять вечером в комнату, где вы спите. Если, например, у вас есть маленькие дети, о чем сейчас мы, кстати, и расскажем, то можно тоже очень удобно использовать этот термопод. Хотелось бы сразу заметить, что воды нам хватит сегодня на большое количество чашек. Более 20 чашек мы можем приготовить из нашего «Майора», потому что емкость у нас с тобой на 4,6 литров. Таким образом мы сможем накормить не только нашего ребенка, но и напоить чаем всю нашу большую семью. Если у нас день рождения, юбилей, то я думаю, что гостей собирается за праздничным столом очень много. Поэтому в наш день рождения, наш 9-летие, мы приглашаем вас к нам и отведайте вместе с нами чудесного чая «Челтон». Вот это действительно, Саша, вот это правда. И вы посмотрите, можно очень удобно делать детское питание. Вы можете взять термопод с собой в комнату, как я уже сказала, когда ложитесь спать. Вы можете поставить его на 60 градусов и таким образом заварить детское питание. И как раз, когда размешаете вы смесь, которую вы помещаете, у вас как раз будет оптимальная температура. Я, пожалуй, выберу способ подачи воды. Еще раз нажимаю на кнопочку разблокировки и вот этот вот. В данном случае он мне подходит очень хорошо. Так, вот и все.
Теперь осталось только размешать, и очень удобно у нас все это получается. Кстати говоря, действительно, 4,6 литров – это очень много, и это очень удобно. И этого хватит на 24 часа в сутки. То есть вы с утра проснулись, включили ваш чайник, он подогрел воду только один раз, и все остальное время он поддерживает температуру. Соответственно, вы экономите электроэнергию, потому что в основном электроэнергия потребляется на том, что чайник набирает температуру. Да? Вы можете не думать целый день о том, какая у вас есть у вас чай или нет. Хотите попить чаю, подошли, набрали воду и попили. И не нужно больше ставить чайник, потом убегать, потом забыть, что он у вас уже согрелся, прибегать, он уже холодный. А, соответственно, еще и мамочкам, у которых дети только легли спать, и они хотели чайку попить, не нужно ставить чайник и ждать, когда он согреется, потому что это какие-то секунды, которые дает вам ребенок побыть наедине. Поэтому можете смело подходить к своему термопоту, он уже... Раз ты уже начала говорить про детское питание, то я, как молодой папочка, хотел бы сразу заметить неудобства всех наших чайников. И действительно, вот. В то время, пока ты пытаешься накормить голодного малыша, который проснулся вот. И вот-вот просит у тебя уже свою порцию детского питания, ты пытаешься утрясти его на руке, ты пытаешься быстрее, чтобы закипятить этот чайник. Но это еще неудобно, потому что температура нам нужна-то в бутылочке 50 градусов, при которой заваривается, и потом еще остужать до температуры 35 градусов. А здесь все удобно. Ты знаешь, я уже примерно заранее знаю, что ребенок просыпается, мне не нужно ничего, я только наполняю бутылочку для детской смеси, добавляю количество смеси, размешал, и уже готово питание. Абсолютно верно, Саш, очень удобно. Итак, дорогие друзья, представьте, что такое 4,6 литра. Это 23 чашки чая. Если к вам пришло очень много гостей, то вы можете поставить этот термопот в середину стола. Он у нас, кстати, вращается на 360 градусов. Каждый может налить себе чай, и вам не нужно каждый раз бегать и доливать кипятку или там, подогревать ваш чайник. Потому что это действительно неудобно, на самом деле. Потому что когда... Например, взяли обычный чайник, литр или 1,7 литра, ну вот разлили там, скажем, 4 чашки, да, и все, нужно уже снова бежать за чаем. И вот половина гостей у вас сидит, извините, еще с пустыми чашками, а вторая половина уже должна начать пить чай, потому что иначе он остынет. Очень неудобно. В данном случае, конечно, огромное преимущество. Слушай, но это еще не все. Наш чайник довольно-таки умный, у него имеется автоматическая система очистки. Она находится на передней панели. Вам нужно просто нажать эту кнопочку, добавить чистящее средство, которое избавит ваш чайник от калька, и включить, и таким образом уже будет очищен ваш чайник самостоятельно. Вам для этого после нужно будет просто вылить воду и уже приготовить ваш чай или просто вскипятить воду для дальнейших действий. И вы знаете, действительно, это очень удобно. Вы посмотрите, сколько достоинств у этого чайника. Помимо этого, конечно, очень шикарный, я бы сказала, дизайн. Вот представь, поставишь ты его на праздничный стол, и, конечно, он будет привлекать внимание окружающих, и всем захочется пить чай снова и снова, благо чайник-то вам это позволяет. Дорогие мои, сегодня у нас специальная цена, 69,90. Но я вам говорила о том, что это еще не все подарки. И действительно, еще один подарок мы дарим вам. Сделав сегодня заказ в эти праздничные дни, вы получаете еще чайную коллекцию в подарок. Для того, чтобы вы могли напоить чаем еще больше гостей, вкусным чаем, элитным чаем, лучшее к лучшему, элитный чай, к самому лучшему термопоту, который можно только найти на рынке, это наш термопот, который мы сегодня предлагаем вашему вниманию, термопот Майор. Звоните и заказывайте прямо сейчас, не теряйте зря времени, праздничные дни кончаются. Ну и, конечно, я хотел бы заметить, если вы работаете в большом офисе, где большое количество людей, такого чайника хватит на большое количество чашек. Поэтому, зная своих коллег, которые думают только о себе, зачастую не остается никакой чашечки для того, чтобы выпить утром растворимый кофе или взбодриться зеленым чаем. Но приходя в офис, хотелось бы сразу отведать вот чай. Я думаю, что благодаря вот нашему чайнику Майор это будет возможно всем вашим коллегам, и вы, думаю, порадуете их даже утренним кофе и принесете еще экстра чашечку для них. Абсолютно прав ты, Саша. Действительно, очень многие наши телепокупатели, которые у нас его приобрели, радуют нас положительными отзывами, восторженными отзывами. И, конечно, эти миллионы людей не могут ошибаться. Именно поэтому мы сегодня с такой радостью предлагаем вам этот чайник, тем более по уникальной, сниженной, праздничной цене. И ты знаешь, действительно, Саш, очень удобно, когда вот дома есть такой чайник, который живет своей жизнью. Тебе не нужно к нему подходить, захотел ты попить чай, и, грубо говоря, можно даже щелкнуть и сказать «воды», и ты подходишь к нему, ну, практически скатерть самобранка. По щучьему велению. И, кстати, это еще экономия, знаешь, на чем? Например, если вы хотите сварить макароны, но... Для того, чтобы сэкономить электроэнергию, вы можете добавить туда уже практически кипящей воды из термопота, поставить на плиту, и она уже у вас сразу закипит. Вы экономите и время, и электроэнергию еще и на этом, а, соответственно, ваши денежки.
Что ж, вот такое вот у нас праздничное предложение для наших телезрителей сегодня в прямом эфире. Итак, дорогие друзья, поздравляем вас с нашим 9-летием. Дарим вам сегодня замечательный подарок в виде сниженной цены на чайник «Термопот Майор». Ну а кроме того, вы получаете в подарок еще и коллекцию замечательного элитного чая «Челтон». Приобретайте сегодня чайник и наслаждайтесь вкуснейшим чаем.